Готовим оригинальные котлеты. Фарш выкладываем в размоченный хлеб. Добавляем любимые специи и приправы. Тщательно вымешиваем. Подготавливаем начинку. Отварное яйцо, сыр и сливочное масло. Формируем зразы. В серединку выкладываем немного начинки. Аккуратно защипываем края и скатываем все в шарик. Обмакнуть зразы в кляр и с двух сторон обжарить на сковороде. Выкладываем все в форму и доводим до готовности в духовке. Для мясных блюд идеально подойдет новый сметанный соус с грибами от Простоквашино. Есть еще сметанный соус с огурцами и зеленью. Всем приятного аппетита!